А может, не зря боятся? Лекарства, например, уже подорожали. В том числе те, которые входят в перечень жизненно важных. Там около 600 наименований. Цены выросли на 16% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что эксперты считают такой рост обоснованным экономически, последнее повышение было 5 лет назад, ситуацию контролируют сотрудники прокуратуры и регионального департамента по тарифам. Каждый месяц проверки аптек в мегаполисе, в райцентрах и даже в маленьких селах. Участились случаи, когда коммерсанты сильно завышают стоимость товара. Нарушителям грозит штраф 50 тысяч рублей. Либо лишение лицензии на фармацевтическую деятельность сроком на 3 года. О выявленных нарушениях просят сообщайте жителей области. Необходимо обращаться в этот департамент. Он расположен по улице Фрунзе, 96. Но и с приложением документа, который подтверждает факт нарушения. Желательно, чтобы это был чек, где написано наименование организации, место его нахождения.